Мы сегодня на репетиции думали, какую последнюю песню сыграем, такую философскую, медленную. Или сыграем песню несколько хулиганскую, которую я вообще еще не пел в стенах даже Содружества. Я понимаю, что, по-моему, хулиганскую надо играть. В общем, скажем так, история песни примерно следующая. Ну, наверное, у каждого человека, я надеюсь, есть настоящие друзья. И когда, ну, бывает так, что, не знаю, как-то плохо тебе самому, да, там, как-то вот в такие обстоятельства жизненные попал, что все давит. И какое-то такое простое, в общем, слово друга может раз как-то и взбодрить тебя. Скажем так, тематика песни не носит насильственный характер, но носит, как бы, все спасительные чисто случайно. Можно, скажем так, добавить перкуссию в этой песне. Каждый день на ногах, забывая усталость, улыбаясь всегда, всем спешишь помогать. Но из тех, кому зависть в сердце закралась, и пора наконец уже дать им понять. Если кто-то тебя вдруг решится обидеть, чает потом белый свет еще видеть. Ты ему намекни, он весьма неразумен. Только нас позови, дадим в бубен. Бубен!
бубен. Е-е-е-е-е! Спасибо!